Бокс это спорт, бокс это ремесло, а война это выживание. Опустошение, непонимание, что происходит, и очень большая тревога за мою семью. Но когда я уже приехал домой, увидел семью, детей, супругу, близких, стало чуть-чуть легче. Да, разговаривали. Владимир и Виталий поддержали меня в том, что я еду тренироваться, несмотря на то, что это было. Я на данный момент здесь и начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа.